Ваши документы. Представьте, с кем мы. Меня зовут Женя. Очень приятно. Очень приятно. 5 вопросов. Угу. Ты на них отвечаешь, и я даю тебе 1000 рублей. Политика. Изи. Сейчас так принято говорить. Прежде чем я задам тебе эти 5 вопросов, тестовый вопрос. Если ты на него не знаешь ответа, тогда я иду в эту сторону, а ты идешь в ту сторону. Договорились? Либеральная демократическая партия России. Кто лидер этой партии? Сразу. Мужик такой серьезный. Честно говоря, я даже самолично не в курсе. Это не Лужков. То есть вы хотите сказать, что либеральная демократическая партия, она сейчас? Она существует. Ну и вы хотите сказать, что она именно сейчас началась? Она уже давно, ну, с, вот, не именно... знаю, с 89-го что ли года, я не знаю, может 91-го. Если сократить либеральная демократическая партия России, то что за буквы будут? 4 буквы. Если ему не понравится твоя прическа, он плеснет да тебе. Да что к моей прическе? Она классная, она классная, она крутая. Мне очень нравится. Правда? Но если не понравится ему, он плеснет тебе стаканом в лицо. Так, случай такой был, да? Было, вот я но не из-за прически. Попробуй дорожку перейди ему. Он тебе сразу же скажет, кто ты, Жигаловский. Как ты. Все, молодец. Тесты прошла. Вас гнать нужно поганой метлой! Из страны! ЛДПР, господи. ЛДПР. Подозреваю, что Жириновский, но хрен его знает. Жириновский? Этот, Жириновский. В прошлом выпуске я вам рассказывал о Мише, у которого диагноз ДЦП, ему нужны деньги на реабилитацию. Мы собрали за 5 дней 145 косарей. Спасибо и от души огромное всем тем, кто скинул денег. Это круто, это здорово, что мы можем себе такое позволить и набрать такую сумму. Но давайте доделаем дело до конца. Нужно 378 косарей. Марафон продолжается по 100 рублей, по соточке всего. Скиньте на те реквизиты, которые есть в описании. И спасибо вам всем. Вопрос номер 1. Под какой музончик лихо отплясывал Медведев? Помнишь там? Я помню. Видосик. Видел этот ролик? На какой-то вечеринке это было дело. Там было много элитных чуваков. Гарика Мартиросяна, знаешь, он улыбается, как бы, ну, ржет. И Медведев, как давай там отплясывать. Да, я помню, что он стоял. А, опа, гарного стоял? А, нет. Нет? А что? Я правильно показываю эти движения? Да? Похоже? Понятия не имею. Ну, на-на-на-на-на-на. Бой. Бой. Такой там ковбой. Ну, что это за песня, братиш? Я не знаю песни. Да. И в музыке тоже не разбираюсь. Ну, сейчас что было за музыка? Понятия не имею. Какой бой? Бой? Да. Бой. American Boy? Да. Классные подсказки от меня? Да, отлично. Так как подсказываю я, никто нигде не подсказывает. American Boy. American Boy, йоу. Точно. А, нельзя материться, да? А ты что, матерился? Ёпта сказал. Ты хулиган какой-то. Да. Назовите фамилию министра иностранных дел Российской Федерации. Представляешь его лицо? Высокий такой, господи. Это, блин, настолько просто, что я забыл. Ну, дядьку помнишь, да? Дядьку его? Помню, в очках такой. Когда кипишь, говорят, Россия говно, Россия тебе санкции, Россия тебе то. Он такой, ну что, может быть, как бы, ну, поговорим по этому поводу? Давайте как-то так по красоте сделаем. Тоже не в курсе. Он вопросы решает вообще. Я забыл, я вот не вспомню. Пиджачок всегда, их. У них у всех там четкие пиджачки, что греха таить. По-английскому лобает как бог вообще. Мутко, не? Мутко, кто такой не? Мутко, блядь? Мутко, ладно, это прогнали. Чел, который херово говорит на английском языке. Ты варила пельмени когда-нибудь? Да. Вода. Фарш. Ладно, ты пельмешки слепил. Так. Посолил. Поперчил. И лист. Какой лист может быть? Чистый лист я беру по бумаге. Нэнси, слышала песню? Не слышала. Ты, наверное, 6-й уже. Я скажу тебе честно, какого хрена? Знаешь, что за подсказка я всем говорю? Я говорю всем о том, что Лавров. Вот вы первый человек обошелся без лаврового листа. Лаворов какой-нибудь. Лаворов. Лаворов? Лаворов. Лаворов? Лаворов. Лаворов. Лаврова не знаешь? Да, может, на лице я знаю, но я не могу так сказать, что, блин. Маратейн, мою самую бимунту до Москву, февраль, апрель, альмады. На сколько лет
сейчас избирается президент? На 5. На 5 лет. Так, на 4 года вроде. Было такое дело до 2012-го. Потом Путин говорит, 4 года маловато. Мало! Я не успеваю за 4 года вообще ничего. Ни Тоси, ни Боси, ни Муси, ни Пуси. Будет не 4, а 10. Что ты разошелся, нет, бро? Ну, нет, блядь, Путин же может все, мне кажется. Ни хрена. Не 4, так... Не 4 и не 5. Так может... будет эта цифра номер... 6? 7 лет. 6. На 6. 6. 6. Первое определение. Документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица. В политике все это происходит. Uh-huh. Это одно определение. Uh-huh. Может быть, их еще там штук 20. Либо это в политике также. Поручение предоставленному выбранному органу или должностному лицу по итогам выборов. Госдума. Нет. Ой, федеральное собрание. Нет. Партия. Нет. Это поручение. Представим, что я хочу баллотироваться в депутаты. Так. И вот скоро выборы, и я говорю, так, а тут собрались там эти все, кто будут голосовать. Я говорю, так, дорогие избиратели, выбирайте меня, я говорю. Будет в стране у нас. Хорошо. Если вы меня выберете, то там дороги будут какие? Заебаные. Заебаные. У всех будут вот такие прически. Ой. Да? У девчонок у всех будет там, я не знаю, сиськи нормальные. Да, мы хотим. Так, мы хотим. И вот меня выбрали. Так. То, что я им обещал, я должен это осуществить. Потому что у меня уже это есть от них поручение. Грубо говоря, они поручили мне. И вот это... Ты понял, да? Это вот вонючка называется. Ладно, другая история. Я уже депутат. Ага. И у меня есть депутатский. Угу. Вот, вот это слово. А-а. И с этим депутатским АА он даже сможет кака вот здесь вот сделать, ему слово не скажет. А-а. Я депутат, вообще кто здесь? У меня есть депутатский... Какой-нибудь орден? Ладно, знаю. Подсказка, которая решает. Не культурная, не цензурная. 18+ подсказка. Да, давайте. Этим словом можно обозвать девушку, если последнюю букву исключить. Женский половой орган. Женский половой орган, другими словами. Манда. Ну, добавь еще одну букву, получится вот это поручение. Мандат какой-нибудь? Да. О! Ты не знаешь слово мандат? Мандат я не знаю. А тебе нужно было, знаешь, какую подсказку давать, чтобы они ответили? Угадай. Серьезно? Серьезно. Мне даже стыдно. Депутатский мандат. Если бы не мандат, как бы ты ответила? Что мы делали без нее? Пятый вопрос, он чуточку сложнее. Еще сложнее, чем эти? Ты на него отвечаешь и уходишь с тыщенкой. Назови отчество министра обороны Российской Федерации. Подождите, министр обороны, это уже у которого куча земель, да? Нет? Он был, мне кажется, был. Я не знаю, сколько у него земель. Фамилия у него такая славянская прям. Почему я забываю такие вещи? За МЧС. За МЧС. Ну, Шойгу. Шойгу. Зовут его? Дмитрий? А, то что Сергей Шойгу, а как его отчество, да? Не Алексеевич, не Владимирович, не Сергеевич, это не да, Анатольевич. На ВИЧ заканчивается? Неожиданно. Джан Булатович какой-то. Что-то рядом. Джан Палатович. Джимамбекович. Ку, что-то там, ВИЧ. Вот и думай. Что там у него посерединке? Посерединке? Ну. Куран Байранович. Куран Байранович, да. Может быть, ну, Кумарович какой-нибудь. Сергей Кожугетович, насколько это были запланированные учения? Кожугетович! Вы, блядь, почти, вот почти угадал. У меня есть для вас очень серьезная новость. В конце каждого видоса я всегда говорю о своем инстаграме. Ну, для чего я это делаю? Для того, чтобы там было много подписчиков и для того, чтобы вы принимали участие в том розыгрыше, который я делаю. Каждую неделю в инстаграме, в прямом эфире я делаю вот эту вот рубрику. Я задаю вопросы, вы на них отвечаете, я плачу бабусы. И залетайте в инстаграм к Роберту Мартиросяну, человеческому детенышу, который сейчас снимает меня. Почему? Потому что он намылился в мае. В Португалию, на роликах из Санкт-Петербурга. В инстаграме он будет все это показывать. Очень все интересно, безумно просто. Йоу, пока.